Я сейчас прочитаю вам одно стихотворение. Вы все его знаете. Но все-таки послушайте. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный душистый, румяным вечером или в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо качает головой, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся на челе, и счастье я могу постигнуть на земле.